Юля, у меня к тебе вопрос. Вот мы сейчас акцентируем внимание на то, что мы хотим привлечь общественность к такому вопросу, который возник в Днепропетровской области, в селе Шульговка. Это разведение норки. Как ты считаешь, почему мы должны активировать людей на это? Ну, потому что, во-первых, это строительство ведется незаконно. Земли, которые выделены под строительство этой фермы, они относятся к резервным землям природного заповедного фонда Украины. Во-вторых, строительство это ведется без согласования с местными жителями. И в-третьих, такая ферма, тем более, что это очень крупная ферма, вот, если она будет построена, то это очень негативно скажется на окружающей среде, на состоянии питьевой воды в этом регионе, там грунтов и воздуха. Вот, то есть местные жители, люди, которые живут в этом селе, они могут пострадать, то есть у них может не быть чистой воды в скважинах, то есть не смогут дышать чистым воздухом. Поэтому вот люди, которые живут там, они как бы противостоят этому строительству, и на самом деле очень важно помочь им в этом. То есть давай подсуммируем, то есть если там построить ферму, там не будет чистой питьевой воды, там будет вонять от выбросов этой фермы, и земли, и все будет отравлено этими токсинами, которыми будет обрабатывать, правильно? Да. Поэтому присоединяйтесь, и все жители Украины, и не только, и все жители ближайших районов к этому очень важному делу, который мы можем сделать вместе. Да, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что на самом деле противостоять большому бизнесу простым людям достаточно сложно, и поэтому они очень нуждаются в поддержке. Спасибо.